Именно не просто повторение, а практическая такая будет тренировка, потому что я, например, сегодня нахожусь в стрессе, да? Стресс, который лишает человека радости, правильно? Мы знаем уже, что люди, которые находятся в естественном состоянии, они не радуются. То есть для человека, естественно, не радоваться. Для взрослого человека. Для ребенка, например, да, может быть, для ребенка, естественно, радоваться. Для какого-то ребенка тоже неестественно радоваться. Давайте разберемся, как это работает. Все. Разбираемся, как это работает. Значит, еще раз, я не буду долго объяснять, зачем нужна радость. Вот я даже привел из Каэрита, из Экклезиаста, слова царя Соломона. Значит, он сказал, вся книга Экклезиаст, он разрушает. Он говорит, все суета-сует, все это пар паров. Это бессмысленно. Все он там пытался, изучал. Я сейчас, кстати, готовлю эту книгу к изданию. Вот мне нужно сделать редакцию до понедельника. И уже все, она пойдет в издание. Обещали, что она где-то к сентябрю с Божьей помощью выйдет. Каэлит. Значит, бот у нас есть в онлайн-школе «Жизнь по Торе». Уже сейчас можно изучать. И царь Соломон, он в Экклезиасте, в Каэлите, он систематически, он прямо говорит, все это пар паров, все иллюзия, все, мир этот очень тяжелое место. Даже он говорит, лучше человеку было бы не рождаться. Представляете? Он говорит, плохо тем, кто родились, люди как мучаются, все. А значит, тому, кто умер, он говорит, лучше, чем тому, кто живет. А тому, кто не рождался, вообще идеально. То есть он вообще просто это идеальное состояние. Но уже если живешь, то уже что делать? И он говорит, вот здесь, видите, увидел я, что нет ничего лучше, чем веселиться человеку делам своим, ибо это доля его. Кто приведет его, увидит то, что будет после него. Сказал царь Соломон в 3 главе, 22 отрывок, Guten Morgen, да. И, значит, мы-то уже живы, слава Богу, все отлично. Значит, лучшее, что есть в этом мире, что можно делать, это радоваться. Поэтому мы и учимся радоваться, потому что... Если есть возможность радоваться, и человек не радуется, то он теряет эту возможность, и значит получается, что вообще бессмысленно тогда все. Поэтому мы учимся, как увеличивать радость. И вообще это была заповедь у нас месяц Адар. В этом году мы 2 месяца Адар, 60 дней мы увеличивали в радости. И значит, продолжаем увеличивать. Значит, сегодня у нас практическое занятие. Итак, последнее у нас было, мы изучили 120 уроков благодарности. Благодарность – это самый сильный инструмент по увеличению радости. Благодарность – это основа Торы. И тот, кто благодарный, называется Иуди. Иуди – это от слова Леодот. Леодот – это значит благодарить и прославлять Всевышнего. Народ Израиля, его название – это Иудим, прославляющий Бога. Поэтому, если это обязанность Торы благодарить Всевышнего, любить Всевышнего, это заповеди Торы, это главная заповедь. Поэтому мы и учимся этой главной заповеди, а в этой главной заповеди любить Всевышнего, главный инструмент это благодарность. Потому что если ты благодаришь, тогда ты в этот момент признаешь добро, которое ты получаешь. Кстати, царь Соломон в 23-м отрывке 3 главы, он сказал, что... Тот, кто радуется тому, что у него есть, и тот, кто... Он говорит, знаете, это матат Элоим, это подарок от Бога. То, что вы получаете, это подарок от Бога. А то, что вы радуетесь этому, это еще один подарок от Бога. Потому что есть люди, которые получают и не радуются. Есть люди, которые получают и радуются. Это высшая форма. Теперь дальше. Дальше, значит, мы изучили 120, у нас было уроков сад благодарности, и по мнению Рав Шалом Аруша, надо благодарить за все. Ну, то есть, нет вариантов, что даже если тебе что-то не нравится, он говорит, лучшая реакция это поблагодарить, потому что в этот момент ты от Всевышнего получаешь понимание, вообще, почему тебе это все не нравится, и что сделать, чтобы в будущем этого не было. Это его такая система, он экстремист в благодарности, он прямо экстремист, то есть он самый счастливый, наверное, человек из всех, кого я видел и знаю.
Ну, Равицкак Зильбер, мой учитель, был самый счастливый, но он вот был, они примерно такого же плана. Это люди, которые видят только Всевышнего во всем и понимают, что от Всевышнего идет только добро. И то есть они все время в этой реальности, что все, Всевышний только им делает добро. Теперь дальше мы начали изучать вторую книгу, которая называется «Жить в симхе», «Жить в радости». И симха – это состояние, радость. Вот смотрите, есть, я уже говорил это, надо понимать. Счастье – это внутреннее состояние. Внутреннее состояние по умолчанию. Вот если мы возьмем сравнение, человек, возьмем человека, ну, как он себя чувствует. Вот есть люди, у него фон, все время у него фон такой вот, ну, усталости, да. И он, значит, например, там, выпил кофе, ему чуть-чуть взбодрился, выпил там коньяка, еще взбодрился, выпил там виски, еще взбодрился. Потом, значит, лег спать, утром проснулся, вообще не может ходить. То есть у него как бы фон, фоновое состояние, это усталость и серость. И он эту усталость и серость, он должен себя все время из нее выводить какими-то стимуляторами, да? Теперь в эмоциональном состоянии есть то же самое. Вот есть состояние счастья, это когда тебе все время фоново, тебе хорошо, сияние такое, свет идет, да, это фоновое счастье. Теперь радость, есть радость, ликование, это что-то произошло, ты вау, порадовался, там, посмеялся. Это вот такие вот всплески эмоциональные, да, потом что-то произошло негативное, и человек, он может расстроиться, да, но психологическое здоровье – это умение вернуться в свое нормальное состояние. То есть мы сейчас стремимся к тому, чтобы нормальное состояние повысить до счастья, чтобы внутри был, и для этого нужно особое определенное восприятие окружающего мира, себя очень важно, да, потому что основа, например, вообще внутреннего, одна из основ, назовем это так, одна из основ внутреннего состояния, счастья или наоборот, там есть отчаяние, да, если люди живут в отчаянии, вот они просто отчаявшиеся такие. Почему? Одна из главных основ – это самооценка, как ты к себе относишься, что ты себе о себе говоришь. И это только твой личный рассказ, это личное твое отношение, тут никто к тебе в голову не залезет. И вот это вот внутреннее фоновое состояние, или это счастье, или это отчаяние, да? Счастье, отчаяние, очень, кстати, на русском похожие слова, только буквы по-разному стоят, счастье, отчаяние. Так вот, человек, у которого внутри счастье, у него есть определенный способ восприятия себя, кто я, определенный способ восприятия реальности, то есть все это выстраивается на способах восприятия себя, мира, правила, по которым ты живешь. И вот мы постепенно пазлами мы выстраиваем вот эту вот систему. Теперь вторую книгу, 120 было уроков благодарности. Кто их не проходил, советую пройдите. Найдите, у нас есть бот, который называется Тора Трон. И там есть все уроки, которые уже были. Они все в записи, очень удобненько. И вы можете спокойненько туда зайти и посмотреть все предыдущие циклы уроков. Уже более 7 лет я провожу каждое утро уроки. И есть моих только уроков там за 7 лет огромное количество. Хорошо, и вот 120 уроков благодарности. И теперь мы начали учиться. Сегодня 40-й урок по книге «Жить в радости». Значит, радость – это более яркое чувство. Но если это как тренировка. Вот человек, который хочет поднять свой энергетический фон тела, он что должен делать? Он не должен все время сидеть вот так вот, да? Он должен встать, сесть, встать, сесть, встать, сесть. Он повключался, у него организм на это производит внутри какую-то там включается настроечка, и у него больше стало сил. Дальше он встал, прошел 10 метров, устал, сел, отдохнул, встал, прошел 20 метров, устал, сел, отдохнул, пошел дальше 50 метров. То есть он вот этими своими вставками, он включает свой организм, и организм его начинает там реагировать и давать ему больше энергии. То же самое радость. Вот эти вот мы выучили 19 инструментов и 5, которые мешают радости. Когда человек все время, он первый инструмент радости, это принять решение все время увеличивать радость. То есть, когда ты принял такое решение, то в любой ситуации ты думаешь, как мне сделать упражнение, чтобы увеличить в этот момент свою радость. Это вот первое, главное решение, что кто хочет быть радоваться, он ищет возможности.
И дальше идут остальные 18 инструментов. Когда ты решил увеличивать радость, ты в любой ситуации думаешь, какой инструмент подобрать. И вот у меня как получилось. Любая поездка для меня лично с детства это всегда был стресс. Огромный стресс. То есть у каждого из нас есть разное отношение к поездкам, например, да, или ко всему. И все вот эти вот отношения ко всему, они формировались в детстве. То, как реагировали родители, то, как у нас первые сложились наши в какой-то сфере ситуации, оно формирует модели отношения. И у меня всегда были поездки стресс. Вот сколько я себя помню, выезд, чтобы не забыть паспорта, не забыть то, не забыть все, там... Меня в поезде один раз хотели ограбить. У меня однажды была поездка, я в 90-е годы, я приезжаю в аэропорт, меня там окружают какие-то бандиты, хотели у меня забрать, у меня большая крупная сумма денег была в 90-е годы. Я, значит, там драка, я сумел убежать, я же был спортсмен. Я убегаю, значит, все, там прыгнул в машину, как в фильмах, все. Я с этим рюкзаком был, там сумма денег. Я все, на машине на вокзал, значит, сажусь в поезд. Все, купе, какой-то поезд, значит, я еду в этом купе с этим рюкзаком, лежу, значит, в купе, открываю глаза, стоят надо мной какие-то тоже бандиты, опять драка в поезде. То есть у меня были травмы, связанные с поездками, очень серьезные. Теперь, значит, и у меня всю мою жизнь, вот дальше, как только надо ехать, у меня внутри какие-то начинаются травмы. Теперь что? Но когда человек осознает это, когда он осознает, что есть у меня какая-то модель реакции или поведения, которая мне мешает, то и он ее осознает. Дальше, когда он ее осознал, вот психология обычная, она помогает человеку распутать вот эти вот прошлые клубки. Он говорит, ну конечно, если тебя там в поезде грабили, у тебя там может травма, фобия там и так далее. Теперь постоянно тебе, я в поезд когда сажусь, я двери закрываю, там вообще забаррикадируюсь. Теперь... Хотя это было давно, в 90-е годы, а сейчас... Но вот так вот. Теперь психология обычная, она говорит нам следующую вещь, что если ты осознаешь и распутаешь, то тогда тебе легче. Но я с этим не до конца согласен. Тебе легче, но ты не исправил. Тебе нужно создать новую реакцию, которая новый алгоритм, который ты приучишь свою психику, свое мышление, действовать по новому алгоритму. И если что-то у тебя из прошлого тебя триггерит, да, то есть есть какие-то прошлые реакции, которые тебя триггерят, и ты с этим разобрался, ты еще не исцелился от этого, то есть оно тебя продолжает триггерить, но меньше. Триггерить — это значит включать. Теперь нужно взять на вот этот же триггер и одеть новую какую-то алгоритм мышления и алгоритм действия. Например, дорога. Вот последние все разы я себе говорю, когда уезжаю в дорогу, значит, есть такой инструмент, который называется, я вам сейчас скажу, у нас из 19 инструментов, это был вера и бетахон. Вера и бетахон — это был 16-й. 16-й у нас был инструмент из 19-ти, увеличение радости. Это вера во Всевышнего и бетахон, полагаться на него, упование. Значит, человек, который хочет себя в ситуации, когда он не знает, как будет, а дорога – это ты не знаешь, как будет, да? То есть в дороге всегда есть какие-то, ну вот, непредвиденные штуки, там, сейчас в Дубае, например, представляете, аэропорт затопило, 300 рейсов отменили, 300 рейсов ждут, там самый большой аэропорт в мире, сколько, вот мы сейчас сюда прилетели в Будапешт вчера, сидят целые люди там, летят они из Бали через Дубай, и у них багаж остался в Дубае, они как-то долетели, а багаж их не долетел. И дорога — это всегда вот такие вот непредвиденные разные штуки. Теперь человек, который изучает радость, и он хочет жить в радости и включить в себе радость, что он делает? Он думает так, а ну-ка я сейчас потренирую я сейчас инструмент номер 16, который называется, вера и бетахон, упование. Значит, он говорит, все, отличненько, я верю, что багаж доедет, я верю, то есть мы не знаем, да, нет, и уповаю, что упование все к лучшему. И эта женщина, она, значит, в аэропорту сидит, вот в Будапеште,
И мы приезжаем, я смотрю, такая женщина меня рассматривает. Думаю, что она меня рассматривает? Она вообще не выглядит как, ну, как русскоязычная. Я думаю, если русскоязычная, то значит, может, она меня видела в Ютубе. А она выглядит вообще не как русскоязычная, а такая черная прямо. Я ей говорю, женщина, вы что на меня смотрите? Вы меня знаете? Она говорит, да, я вас знаю, я же ваш много лет подписчик, там все, смотрю ваши видео. И рассказывает, что она жила там на Кубе, потом она жила на Бали, и вот сейчас она летит из Бали, значит, и у нее пропал багаж, ну, у всей ее группы там пропал багаж, и она занимается, оказывается, туризмом, и, значит, а я сейчас хочу сделать какой-то такой ретрит, начать, ну, вот, если люди хотят вживую там за неделю перезагрузиться, понять что-то, все, хочу где-то сейчас попробовать сделать такие. И она тут же, у нее там есть, как-то получилось, что, возможно, что вот эта встреча, она для нее будет очень как-то хорошей, и для меня, я верю. То есть в момент, когда что-то идет не так, то 16-й инструмент увеличения радости, который мы изучили, он называется упование и вера. То есть человек верить должен, когда что-то, его схема сломалась, что новая схема, она будет лучше, чем даже старая. И это как раз инструмент увеличения радости. В этот момент ты этой новой схемой убираешь этот стресс, и ты себя переключаешь на новые какие-то, рельсы. Теперь вот дальше. Сегодня у нас практическое занятие. Значит, первое, для того, чтобы оставаться всегда в радости и увеличивать радость, нужно принять решение увеличивать радость. Второе, когда что-то идет не так, как ты ожидал, а оно в дороге или в жизни чаще всего идет не так, как ты ожидал, это как раз мы учили, одна из главных барьеров для радости, это то, что жизнь, она не, никто не обязан жить так, как ты считаешь, что он должен жить. Никто, вообще никто, даже дождь не обязан идти в то время, когда ты считаешь, он должен идти или не должен. И человек, который ожидает, что все будет вокруг по его плану, он себя обрекает на стресс. Как в Талмуде написано, что жизнь педанта не жизнь. Педант это тот, кто педантичный, кто хочет, чтобы все было по правилам. И жизнь изнеженного не жизнь. Тот, кто хочет, чтобы ему всегда было комфортно, он тоже будет все время страдать. Теперь, значит, когда человек это осознает, он должен себе выработать модели мышления. Значит, первая модель мышления, вот мы знаем, что все, что Бог делает, все к лучшему. Это у нас был инструмент какой? В 19 инструментов увеличения радости это был инструмент номер 11. Номер 11, все, что Бог делает, все к лучшему. 12 был инструмент, это такая идея, что из сжатия, из теснин, в ситуации самой плохой, из нее вырастает, это как раз момент вырастания самого хорошего. Например, человек, не дай Бог, заболел. Не дай Бог, чем-то он заболел. Теперь, если бы он не заболел, например, да, то он бы давно бы не слушал бы, что ему врачи говорят, что ему говорят разные хорошие люди, что надо следить за своим здоровьем. Теперь болезнь, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, она его мотивирует и побуждает. Именно в этот момент у него есть шанс принять решение и перейти на здоровый образ жизни, который даст ему много радости, много энергии. И он вместо того, чтобы там бухать с друзьями, он начинает изучать Тору, соблюдать заповеди, заниматься там своим духовным и физическим развитием. Прошло 5 лет, он говорит, слава Богу, что я тогда заболел, что благодаря этой болезни я вообще стал другим человеком, я стал просто другим человеком. Это, например, как можно относиться к ситуации, когда что-то плохо. Ну, действительно, в данный момент ты воспринимаешь это как плохое. То есть мышление человека – это пазл такой. И это пазл, который постоянно он внешний мир, он дает тебе какие-то новые вводные данные, и ты на этот внешний мир должен реагировать какими-то своими решениями, мыслями, интерпретациями, объяснениями. Психологическое здоровье – это когда ты гибкий, когда ты можешь к каждой ситуации подобрать соответствующий инструмент. И это называется, это начинается с того, что царь Соломон сказал, вроде бы депрессивная книга, да, Коэлет, Экклезиаст,
Все это иллюзия, все это пар паров, все это суета-сует, да? Он говорит правильно. Вначале пойми, что все события в жизни – это все иллюзия, суета-сует, да? То есть это ожидания, это какие-то твои… Ну, реально, как бы, все иллюзия. Теперь, и дальше он эту иллюзию, он говорит, причем иллюзия со знаком минус. Материальный мир, он рассыпается. Материальный мир, он в любом случае портится, исчезает, рассыпается. И в итоге человек уходит из этого материального мира. Значит, 80 миллиардов человек живут сейчас на Земле, через 80 лет никого не будет. То есть все, что в этом мире, за что человек держится, оно все в любом случае кажется надежным. Вот представляете, какая вообще, какая оказывается как парадокс. Что то, что кажется надежным, оно рассыпается. А духовность, то, что кажется ненадежным, оно остается на вечность. И вот этот вот, как бы понять вот эту вот мысль изменения, да, что радость, она не в материальности, а в твоем отношении к материальности. Счастье, оно не в каких-то там материальных вещах, которые по-любому пропадут, и они, наоборот, тебя сковывают. А счастье, оно в... Чем ты легче, чем ты духовнее, чем ты более легко относишься к жизни, к вещам, тем больше у тебя счастья. И дальше он это все в Экклезиасте, он это все так, вначале он делает все мрачнее и мрачнее, потом он говорит, оп, принимай, ставь цели, стремиться, да, но радуйся всегда тому, что есть. Потому что кроме того, что есть в данный момент, ничего другого и нету. Ты ожидаешь, там у меня есть один очень приятель, он такой умный парень, вообще нереально, просто реальный гений такой, да, и он гениально заработал огромные там деньги и все вложил в туда, ну, где сейчас прям конкретно вот война, там все очень, он все потерял. Он строил дом, такой дом строил, прям вообще умный дом, не просто умный дом, а гениальный дом, такой же, как он, дом там, все, значит, с ним разговаривал, со всего мира он привозил какие-то штуки, и война, теперь он не может в этом доме жить, он вынужден был уехать с семьей, и все. То есть человек, если он надеется, что он будет счастлив дальше, тоже хорошо, то есть у тебя есть надежда, ты живешь надеждой, ты оптимист и так далее. Если ты умеешь радоваться каждый день тому, что есть, то тебе в любом случае, то есть это две программы, которые идут рядом. С одной стороны, ты оптимист, который надеется, создает, действует прекрасно, отличное качество. Но если ты все это делаешь и ты страдаешь каждый день, надеясь, что ты когда-нибудь будешь счастливым, это уже нехорошо, это уже как бы не сходится. Если ты умеешь и с одной стороны радоваться, принимать все, и при этом еще что-то двигаться, да, но это, кстати, такое сочетание, оно очень редко встречается, да, то есть или человек, он живет настоящим, и он в нем радуется, научился, но тогда ему тяжело думать все время о каких-то длинных проектах. Или же человек думает о длинных проектах, но тогда, чтобы что-то создавать в этом мире, нужно очень преодолевать большую инерцию других людей. То есть, когда человек хочет, чтобы было так, как он хочет, ему нужно, и это зависит от других людей, вот тут он попадает в большую проблему. Потому что каждый человек, он живет в своем мире, в мире своих желаний. Если ты говоришь, а я хочу, чтобы все шли строем, да, вот туда, то тогда, и вот смотрите, например, война, представляете, вообще какая-то жуткая вещь. Человек один, который говорит, ну, обычно начинают же войны не люди, начинают войны правители. Кто-то говорит, все, я начинаю войну. Теперь ему нужно тысячи людей, своих людей, каким-то образом убедить их и их семьи, что они готовы умирать, потому что он думает, что они должны умирать и убивать. С другой стороны, на них напали. Тысячи людей идут против него, и они будут идти, ну, потому что их пришли убивать, они что же не готовы. То есть это страшная вещь, и те люди обычно, которые начинают войны, правители, все, они очень плохо живут, они страшные люди. И... Но вы можете спросить, а как же с точки зрения Торы это все происходит? А с точки зрения происходит Торы, что 8,5 миллиардов человек, каждый соединен со Всевышним. И если у человека внутри война, а большинство людей из этих 8 миллиардов живут внутри войны,
у них война, у них стресс, у них война, они недовольны, они все. То получается, внешняя война, она только отражает внутренние войны. Поэтому то, что мы сейчас, каждый из нас, внутри устанавливает счастье, благодарность Всевышнему. То есть, чем больше будет людей, у кого внутри шалом, тем больше будет мира в мире. То есть, тем больше будет вокруг, люди шлют сигнал Богу, мы недовольны. Представьте, сколько было за последние там 10 лет недовольных людей. Я помню, вокруг все недовольны. То там недовольны, то здесь недовольны, то там. Всевышний уже говорит, как, у вас уже 80 лет средняя продолжительность жизни. В каждом доме свет, горячая вода, все. Чего вы недовольны? Что вам все вы недовольны? Все время вы что-то боретесь, судитесь, кричите, там ходите с лицами недовольными. Вы недовольны? Ладно, вот вам теперь война. Знаете вам, война, значит... И люди в войне, ой, все, мы будем довольны, только верни нам, как было. Но я же знаю, Всевышний знает, и мы сами знаем. Как только возвращается то, что было, человек болел, все, буду спортом заниматься, буду все, 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 только вылечиться. Только мне вылечиться, только вылечиться, я буду вообще самый счастливый человек на земле. Только он вылечился, ему счет дают на оплату за лечение. Он сразу, что, сколько, что за медицина, что за люди вокруг, что за то, и опять он недовольный. Хорошо, друзья, все, всем удачи, успехов, чтобы было у всех радость, чтобы мы умели, научились радоваться, научились быть счастливыми. Радость постоянная переходит в фоновое счастье. Фоновое счастье переходит в самую счастливую жизнь. Самое, вот что может быть самым большим благом для человека, это внутреннее состояние счастья. Вот я всем желаю, чтобы Всевышний нам дал внутреннее состояние счастья, чтобы мы знали, что это тоже, как сказал царь Соломон, подарок от Всевышнего. И благодарили за это тоже, благодарили Всевышнего. Все, всем рифуа шлема, кто болеет, полного выздоровления и удачи, успехов всем хорошим, добрым людям, особенно тем, кто поддерживает платформу Ваекра, друзьям Ваекра, партнерам Ваекра, спонсорам Ваекра, чтобы Всевышний благословил вас за тот божественный свет, который вы приносите в мир. Все, удачи, успехов, всем до завтра.